Проезжали мимо этого магазина, где раздают еду бесплатно. Решил еще раз заснять, что нам дали. Вот водичку такую дают. 4 банки этого тунца. Всякие консервы, это нам все не надо, но я это не снимаю. Вот такой вот просто фисташку, вот такой пакет, сколько он весит? 900 грамм. Это просто на халяву. Еда. Вот готовая еда, что-то тут тоже какая-то. Бургеры. Сэндвичи, целая куча. Чипсы. Чипсов огромный пакет, изюм, чернослив. Вкуснейшее печенье, очень вкусно, мне нравится. Всякие крупы тут целые горы, но это горох, рис, бобы какие-то, но это нам все не надо. Вот мясо всяких видов, молоко, Лизе игрушки дали, там курица, мясо, фарш. Смотри, па, вот это, вот это. И вон просто мясо. Овощи вот такие. Ну, не особо нужные, но так, чисто это. Больше всего поражает пакет фисташек.